Дорогие друзья, у меня сейчас будет не проповедь. Ну, я не знаю, в виде что-то беседы, что ли. Ну, почему я боюсь и беседой назвать? Может быть, она не получится как беседа, но я буду вопросы задавать. Сразу скажу, что вопросы будут простые. И настолько простые, что вы можете подумать, что, наверное, какой-то подводный камень здесь есть. Нет, нету подводных камней. А для чего задавать простые вопросы? Ну, чтобы нам уметь выражать свои мысли по теме. То есть вопросы будут без каких-то подводных камней, но предельно просты. Тема моей проповеди или беседы – Евангелие. Думаю, это очень важно для всех людей, для всех и верующих, и неверующих. И мы сегодня с вами порассуждаем. Я прочту из первого послания к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стихи. Потом скажу три раздела этой проповеди. А сколько мы сегодня успеем, я обещаю закончить вовремя. То есть не затяну. Я поинтересовался, сколько собраний должно идти. Сказали, 2 часа должно идти. Значит, у меня 55 минут. Не больше. Успею два раздела, значит, два раздела. Успею один, значит, один. Но закончим вовремя. Читаю. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Итак, теперь скажу, какие три раздела в моей проповеди будут. Первый раздел – это мы порассуждаем действия по отношению к Евангелию. То есть семь глаголов с первого и второго стиха. Я их сейчас перечислю, эти семь глаголов. Напоминаю, благовествовал, приняли, утвердились, спасаетесь, удерживаете, уверовали. Порассуждаем об этих семи действиях или семи глаголах. Второй раздел. Что такое Евангелие? Чтобы мы ясно, четко понимали, о чем идет речь. Что такое Евангелие? И третий раздел. Почему это очень важно, которое Павел здесь дважды употребил, слово «по Писанию». Христос умер за грехи наши по Писанию и воскрес по Писанию. То есть рассуждение, почему это очень важно, что по Писанию, это третий раздел моей проповеди. Итак, первая часть – семь глаголов. Но я не по порядочку буду, а начну, начну с первого, а потом перейду через несколько, а потом вернемся. Напоминаю, апостол Павел напоминает то, что они уже знают. А как, насколько они знают? Он им проповедовал Евангелие, они его приняли, они в нем утвердились, они уверовали, они им спасаются, а он все равно напоминает. Зачем так часто, зачем так много? Зачем напоминать то, что они и приняли, и уверовали, и утвердились? И все равно напоминает. Это первый мой вопрос.
Зачем так часто напоминать то, что уже верующие знают? Ну, давайте, братья. Простые вопросы и простые ответы могут быть, пожалуйста. Вот смотрите, вот, допустим, мы посадили деревце, да, и мы, вот, чтобы он укрепился, коренилось, поливаем. Вот, я сам напоминаю. Хорошо, отлично. Пожалуйста, можно добавить. В другом месте сказано, напоминанием возбуждаю вас чистый смысл. Хорошо. Сестры, как вы думаете? Ну, мой, то есть, было сказано правильно. Можно добавить. Для утверждения. Для утверждения. Анатолий, ты поднимал руку, да? Похоже, мы всегда расслышим, да, для утверждения в вере. Для утверждения в вере. Хорошо. Ну, я еще одну мысль добавлю. Он говорит, мы им спасаемся. То есть Евангелием. Ну да, раз идет речь о спасении, то есть смысл напоминать, да? Вновь и вновь напоминать, ведь Евангелием мы спасаемся. А теперь еще один вопрос, тоже простой. Мы спасаемся. О чем идет речь? Если человек находится в воде и кричит «спасите», все понимают, что за словом «спасите» или «спасение» имеется в виду «вытащите из воды». Если человек находится в пожарище и кричит «спасите», все понимают, идет речь «вытащите меня из пламени». О чем здесь идет речь? Или что кроется за словом «спасаетесь», когда мы не горим, не тонем? Вопросы тоже простые. Ну, давайте этот раз сестер начнем. Сестры, о чем идет речь? Мы Евангелием спасаемся. Я еще раз говорю, простой вопрос. И здесь никаких подвохов нет. Простой ответ. Пожалуйста, не вижу. От вечного осуждения. От вечного осуждения, правильно. От греха. Хорошо, достаточно. Вот мы живем на земле, и наша жизнь когда-то закончится. Обязательно. Один мыслитель даже так сказал, все в этом мире призрачно, только смерть реальна. И когда закончится наша земная жизнь, кто в это верит, кто не верит, не имеет значения. Будет суд Божий. И ожидает всех людей одна из двух участей. Или вечная жизнь на небесах, или вечное мучение в озере Огненном. И неверие в эти истины ничего не поменяет. Все так будет. А мы живем на одной земле. Мы по одним дорогам ездим, на тех же заправках заправляемся. Но когда закончится земная жизнь, одни пойдут на небеса, а другие – в озеро Огненное. Евангелие и вообще Библия очень наполнена образными выражениями, фразами. И вот образно Христос говорит о земной жизни, что это путь. Узкий путь, ведущий в жизнь вечную, широкий – в погибель. Ну, это слово «путь» – это образно говорится, да? Ну и не всегда можно даже определить человека, каким он путем идет, узким или широким. Но мы о себе должны знать, потому что судьба-то наша. И вот перейти с широкого пути на узкий – это и есть спасение, да? После того, как человек стал спасенным, он также живет на этой земле, в том же доме, в котором и жил, в тех же магазинах покупает продукты, но уже спасенный. То есть теперь он ведет образ жизни, который называется «узкий путь». А до этого был широкий путь. Это есть спасение. Итак, коль мы Евангелием спасаемся, необходимо его напоминать. Поэтому я и пожелал или решился проповедовать вам то, что вы знаете, потому что об этом надо напоминать. Мы Евангелием спасаемся. И уже, коли апостол Павел говорил, напоминаю,
Ну, и я решился на это напоминать. Следующее слово или действие – «я вам его благовествовал». Почему это важно? Братья, вам вопрос. Почему важно благовествовать? Совершенно правильно. Потому что масса людей, не приняв Евангелие, идут в погибель. А мы рядом с ними живем. А мы вместе пересекаемся постоянно на рынках, особенно если городок маленький, как у нас в Мирефе. И придешь на рынок, и все лица знакомые. И продавцов, и покупателей. Ну, в Харькове, конечно, по-другому. А у нас в Мирефе все знакомые, и такая масса людей идут в погибель. Конечно, нужно благовествовать. И апостол Павел всю свою жизнь посвятил этому. Хотя иногда людям кажется, что мы занимаемся бестолковыми, пустяковыми делами. Я помню, когда после советских запретов появилась возможность проповедовать. Это знаете какой? Может быть, 88-й, может быть, 89-й год. Ну, приблизительно. Тогда еще мы даже не помышляли о палаточных благовестиях. Это только-только мы поняли, что можно проповедовать. И вот пошли. Сначала я взял с собой брата младшего. И поехали просто так наугад в одно из сел. Ну, километров, наверное, 40 от шахт. Пришли, не знаем, с чего начинать, как благовествовать. Ну, идем, кто-то во дворе там, люди, мы подошли к забору, подозвали, можно вас на минутку, да. Мы, знаете, мы люди верующие, и вот решили приехать к вам в село, может быть, у вас найдутся желающие послушать Евангелие, рассказать вам о Боге. Да вы что? А вы что, о Боге знаете? Да. Я с удовольствием послушаю. Выходит на лавочку, а у него над калиткой лавочка, сел. Смотрим, еще идет человек. Подозвали его, и он послушал, тоже сел. И так люди собираются, уже человек 6, наверное. И тогда первая мысль мне пришла. А что, если служение здесь провести с пением, стихотворениями? И говорим, а вот вы хотели бы, чтобы мы приехали? С удовольствием. А люди соберутся? Конечно, как это важно. И вот я помню, мы говорим, все, вечером сегодня мы приедем. А мы приехали на Запорожье, туда у брата Запорожец был. Назначаем время и поехали домой. Быстро там позвали, брата на аккордеоне умел играть. Ну, человек 15 собрались и вечером уже приехали. В моей жизни это было первое евангелизационное собрание. Когда мы проповедовали, а потом друг друга учили, да ты то не то сказал, ты там не так сказал. Ну, так набирались опыта, а людей собралось человек до 25, наверное, до 30, вот так. Ну, со села. Это мое первое благовестие было. Так загорелись, так интересно, люди слушать хотят. А однажды было так. Уже у нас какой-то опыт был, уже несколько лет свобода. Приехали мы, назначаем... Ну, допустим, возле магазина в центре села будет служение на 6 часов вечера. У нас еще 3 часа впереди. Это для того, чтобы обойти каждый двор. И мы распределили улицы. И вот иду, смотрю, сидят человек 6, наверное. Ну, наверное, 4 бабушки и 2 дедушки с тяпками. Видно, что люди работяги, руки мозолистые. Они уже устали от работы на огородах своих и сели отдохнуть. И я подхожу. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы хотим вас пригласить. Сегодня будет у вас здесь в центре, возле магазина, евангелизационное собрание, где вы услышите о Боге и пение христианское. Раз один старик, злой вид такой. Лодыри, лоботряс. Тебе на тебе пахать, плуг тягать надо. А ты ходишь, Евангелие о Боге, бездельник. Возьми лучше тяпку и поработай, чтобы мозоли такие были. А то ходите тут, лоботрясничаете, языком трепете.
Ну, так бабушки его тоже поддерживают. А народ, знаете, кто какой тон задаст? Мне, с одной стороны, так горько стало, обидно. Но я скрепился и говорю: милый человек, вы ошиблись, я не лоботряс. У меня 8 детей. И я приехал не за деньги сюда, просто в свой свободный выходной день. И я работаю. Работаю автокрановщиком. Автокран у меня двухсменный. Работаю с 8 утра до 12 ночи. Грузы тяжелые перемещаю. Нервное напряжение, когда тут люди, грузы. И, в общем, я не лодырь. Я детей кормлю, я содержу семью. Я заканчиваю строить дом и работаю. А вы меня обзываете лодырем. А знаете, для чего мы пришли? Не просто языком трепать. А весть о Христе имеет большое значение для каждого человека. Ведь верите ли вы это, не верите? Нас-то коммунисты обманули, нам сказали, что человек от обезьяны произошел и умер, на этом все. Но есть загробная жизнь. И от нашего неверия ничего не поменяется. Положено человеком однажды умереть, а потом суд. И многие люди, мои соотечественники, обмануты безбожниками, идут в погибель. Как я могу молчать? Как я могу просто успокоиться, что я работаю и семью содержу? Вы тяпаете огороды свои, вы картофель вырастите. Конечно, это важно. Это год вам питаться. А неужели вопрос о спасении менее важен? Ведь можно хорошо питаться, а потом в ад пойти. Что толку от хорошей картошки? Нет, картошка нужна. И я заготовляю картошку, и морковку, и капусту. А о душе, когда мы побеспокоимся? А вы меня обзываете лоботрясом. Пока я рассказывал, а сам уже и Евангелие проповедую. Несколько из них сказали: хорошо, придем. Ну, я не знаю, пришли, люди-то собрались, а именно эти пришли или нет, я не знаю. Как это важно? Ну, прежде всего, чтобы мы поняли. Благовествовать Евангелие. И апостол Павел это делал. Он говорит: я напоминаю то Евангелие, которое я вам благовествовал. Третье. Которое вы приняли. Давайте вместе порассуждаем. А что это значит? Евангелие приняли. Что это значит? Покаялись. Обратились. Что еще? Поверили. Что еще? Ну, наверное, жизнь поменяли, да? Чтобы жить, по заповедям евангельским. Ну, я тоже так думаю. Они его приняли. То есть, они прежде всего уверовали, что это правда. Что не от безделия апостол Павел к ним пришел. А он говорит слова большого смысла, и они в это поверили. Ну, о вере. Ну, наверное, тут еще ж последний глагол «уверовали». Тогда, наверное, попозже поговорим, когда дойдем за слово «уверовали». А теперь так. «И вы в нем утвердились». А это что такое? «Вы его приняли». А потом еще утвердились. Ну, хорошо, с деревцом хорошо. А как в Евангелии утвердиться? Понять, что это правда. Что это... Ну, это уже приняли. На опыте. Какое-то испытание было? На опыте. Укорениться, как основание взять. Основание
Ну да. Но я хочу, чтобы сейчас каждый себе о себе ответил. Я Евангелие принял, а утвердился или еще утверждаюсь? Чтобы уверенность была в Евангелии 100%, что действительно уже никаких... Понятно. Ну, вот я давайте просто-просто выражу. Принять – это значит уверовать, а потом сильно уверовать, да? А потом еще сильнее уверовать, да? Утверждаться. Утвердились. А следующий удивительный глагол, да? Удерживаете. Вы им спасаетесь, если удерживаете. А это что значит? Жить по Евангелию, удерживаться. Еще кто-то тут говорил. Исполнять. Нет, нет, это все правильно, но дополняйте. Что значит удерживаете? Не отречься, не сломаться. Не отречься, не сломаться. Не отступить. Не потерять, да? Не потерять, это больше всего подходит. Нет, оно все понемножку подходит, да. Что-то еще тут говорили. Поддержать, да? Братья и сестры, во всяком случае, это слово говорит о том, что есть в богословии, в современном богословии, такое направление, которое утверждает, что если ты дитя Божье, потерять спасение невозможно. А Павел говорит, нет, если только удерживаете. Значит, если мы уверовали, приняли Евангелие, уверовали, утвердились, не расслабляйтесь. Это все надо удержать. То есть опасность потерять. И мы должны это знать. Ну да, тогда стоит напоминать, да? А оказывается, есть опасность потерять. Тогда стоит напоминать, чтобы нам утверждаться, но не расслабляться. Ну и последнее здесь слово «уверовали». Вот теперь я хочу тоже чуть остановиться. Вера имеет решающее значение в деле нашего спасения. Нет, это не фундамент нашего спасения. Потому что в деле нашего спасения есть две стороны. Божья сторона и человеческая. Фундамент в Боге, не в нашей вере. Что является фундаментом нашего спасения? Голгофская жертва. Благодатью вы спасены через веру. А с человеческой стороны решающая – это вера. А почему так? Вот смотрите, если человек, вот мы сегодня слышали стих о Давиде, да? Большие падения у него были. Можно человека привести такого, как разбойник, который рядом со Христом был распятым, который делал много преступлений, убийства делал. Большой грешник. И в последние минуты своей жизни уверовал и спасенный. А если человек всю жизнь старался делать добро людям, понятно, не без греха, потому что мы все же одинаковые, в смысле имеем природу греховную, но он старался быть добродетельным, быть вежливым, но не уверовал и погиб. Почему так? Почему решающее значение в деле спасения определяется вера? Ну, и потому что написано, да, что без веры Бога угодить невозможно. Но я бы сказал так. Вера диктует поступки, поведение и мысли человека. Мы просто не обращаем внимания на это. А это так. Вера диктует. Согласно того, во что человек верит, так он будет поступать, так он будет говорить. Это легко увидеть на примере Евы.
Ну, мы сегодня уже вспоминали на утреннем служении о Еве. Вот Ева вначале верила, что, вкусив плод, она умрет. Но когда ее вера взяла другое направление, она уверовала в то, что будете как боги. И результат этой веры, она нарушает заповедь Божью и вкушает плод. Ну, а все начинается от веры. Во что человек верит, так он живет, так он поступает. И поэтому неудивительно, что вера имеет решающее значение. Но теперь о вере мне хочется поговорить вот о чем. Отчего наша вера появляется и растет? И второй вопрос – что разрушает нашу веру? Прежде чем мы будем рассуждать над этими двумя вопросами, отчего вера растет и что ее разрушает, я хочу напомнить место Писания, в котором сказано: «Исследуйте себя, верили вы». Другими словами, апостол Павел говорит, каждое утро, когда только просыпаетесь, загляните в свою душу. Ваша вера растет или не растет? Ваша вера не разрушается ли? Исследуйте себя, что с вашей верой. И мы должны всегда держать руку на пульсе, чтобы видеть, в каком состоянии наша вера. Итак, от чего вера растет? Пожалуйста. В послании Иакова, 3 глава, пишется, там, по-моему, 5, там пишется, вера без дел мертва. Если мы верой, то мы еще и делами подтвердиться. Потому что если мы только говорим, что мы верим, а делами не подтверждать, то она мертва, эта вера. Ну да. Пожалуйста, еще какие рассуждения? Вот слово Божье, и от слышания слова Божье растет. Да, да. Еще у кого какие рассуждения? От испытания. Ну, чуть-чуть объясни, чтобы мы согласились с тобой. Ага. То есть, когда человек переживает испытания и хранит верность в них, то вера утверждается, да? Хорошо. Еще одну мысль хочу подметить, но, может быть, кто-то из вас выразит ее. Еще какие есть мысли у кого? Ибо воля Божия есть освящение ваше. Ага. Хорошо служившие приготовляют себе великое дерзновение в вере. Кто не абы как служит Богу, а хорошо служит, это укрепляет его веру. Хорошо служившие приготовляют себе великое дерзновение в вере. Итак, обобщаем. Вера от слышания, вот брат говорил уже, да? Вера от слышания, слышание от Слова Божия. То есть слушать Слово Божие, рассуждать о Слове Божьем, это укрепляет нашу веру. Потом, служение Богу, ревностное, с усердием, хорошо служившее, это укрепляет нашу веру. Потом брат говорил о вере с делами. То есть, ну, результат живой веры человек, ну, это то, о чем я говорил, вера диктует человеку, что делать. И если эта вера живая, там обязательно будут дела. Что-то я упустил? Что-то еще звучало, да? А, в испытаниях. Да, хорошая мысль тоже, да. Если человек в испытаниях, вот сегодня Ярослав проповедовал об искушениях, об испытаниях. И если человек одерживает победу, как он приводил пример Иосифа, тогда вера укрепляется. Становится драгоценнее огнем очищенного золота. Хорошо.
И последний вопрос по первому разделу. А что разрушает веру? Вот есть ответ — грех. Об этом чуть порассуждаем. Я заметку сделал. Чуть-чуть позже порассуждаем. Что еще? Что? Лжеучение. Что еще? Погромче. Да. Вот, отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Теперь я хочу... Я сейчас чуть-чуть рискую. Ну, я люблю рисковать. Я чуть-чуть рискованный вопрос задам и даже как бы постановку вопроса чуть-чуть рискованно сделаю. Но думаю, это важно. Скажите, любой грех разрушает веру или нет? А? Не, на вопрос я хочу, чтобы ответили. Какие еще есть мысли? Любой ли грех разрушает веру человека? Хорошо, тогда я говорю свою рискованную мысль. Не любой грех. И даже осознанный не всякий грех разрушает веру. Я сейчас постараюсь объяснить. Ну, я почему рискую выразить? Потому что, надеюсь, смогу объясниться с вами. Что такое отвержение доброй совести? Вот отвержение доброй совести однозначно разрушает веру. Однозначно. Но любой ли грех произошел, потому что совесть отвергнута? Нет, не любой. Ну, приведу такой пример. Многодетная мать, ну, допустим, она в браке 12 лет и ожидает 11-го ребенка. У нас есть такая семья. 11 детей за 12 лет совместной жизни. Нервная система на пределе. 11 беременностей. Это очень тяжело. Ну, если бы только бы она родила 11 детей, а она же должна их растить, а старшему только 11 лет, помощи еще мало, да еще и материально очень слабо живут. Ну, это я сейчас за эту конкретную семью, я не имел в виду конкретную семью. Любая семья многодетная. Скажите, распсиховаться и детей обзывать – это грех или не грех? Конечно, грех. И вот мать не выдержала, распсиховалась, обзывалась, как хотела. Ладно, я сейчас конкретный случай расскажу. Ну, учитывая, что моей жены здесь нет. Она мне не разрешает рассказывать о ней. Однажды я приезжаю домой, мы еще в шахтах жили. Поздно, часов, ну, в 12, может быть. Я сейчас не помню, откуда я приехал. Прихожу домой, ну, дети, конечно, в это время спят, а жена сидит и плачет. Ну, я запереживал, говорю, а что ты плачешь? Она: да нет, сквозь слезы улыбается, да нет, ничего, ничего, вытирает слезы. Нет, ну, я уже, нет, ну, ты все-таки скажи, ну, как, жена плачет, а муж и не знает. Да нет, все нормально. Не, ну, ты мне все-таки скажи, я уже не отстаю. Она: да так, маму вспомнила, родительский дом вспомнила. А что там, что-то случилось? Да нет. Ну, вспомнила, хорошо, зачем плакать? Ну, ладно, она тогда взяла, рассказала. Говорит, сегодня какой-то день такой тяжелый получился, вечер даже. Обычно мы детей укладывали спать так. Ну, если я дома вдвоем, если я не дома одна. Почитаем. Ну, так, минут 5-7. Детки маленькие еще. Помолимся. А потом дети укладываются, и мы начинаем петь. Сейчас иногда дети взрослые соберутся и: давайте споем вот ту песню. Это те песни, которые мы пели, когда они были маленькие. Они положатся. Ну, обычно после второго куплета уже половина спят. Ну, к концу песни, может быть, двое еще не спят. Тогда еще одну споем, и те заснули. Обычно вот так мы укладывали спать. А сегодня, говорит, не так получилось. Вот я на пределе.
Дети как заведенные. Тот того ударил, тот того укусил, тот кричит, тот пищит. Мама, ну что он? Мама, она! Я пыталась их успокоить, у меня не получается. И вдруг опять какой-то инцидент, опять кто-то закричал. И я, лопается мое терпение, хватаю ремень и налево-направо, кого как попало. Они убегают от меня, кто под шифонер, кто под кровать. Я дала разгона всем, они попадали, позаснули, а я сижу и плачу. Скажите, это грех или не грех? Да, конечно, грех. Да что, порки дать грех? Нет, распсиховаться. Распсиховаться, еще и обзываться. И разогнать детей. А потом она плачет, достает того из-под шифонера сонного, того из-под кровати, раскладывает всех. Уже разложила, даже не помолились в этот вечер. И она сидит и плачет. Ей так горько, что она грех сделала. Скажите, такой грех разрушает веру или нет? А почему нет? А потому что не всякий грех разрушает, понимаете? У нее совесть есть, и поэтому она сидит и плачет. Ну, я что должен сделать как муж? Я должен, ну, читаю из послания к евреям, что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Ну, другими словами, мы имеем первосвященника, который нам сострадает в немощи. Это ж у тебя произошло по немощи, то есть сил не хватило. Что делает Господь Иисус на небе, когда видит, что и дитя его грешит, потому что не хватило силы? Сострадает. Мы имеем первосвященника, который сострадает нам в немощах. Вот сидит мать и плачет. А что Господь Иисус делает на небе в этот момент? Тоже с ней плачет. Он сострадает. Значит, ему так же больно, он так же страдает. Она страдает, и он с ней страдает. И тихонечко в совести ее работает. Покаяться надо. И она склоняет колени и кается. Почему? Потому что совесть не отвергла. И грех не разрушает веру. А отвержение совести разрушает веру. Если бы я побоялся вам эту мысль говорить и согласился бы сразу, да, грех веру разрушает, что бы произошло? А мы-то грешим, и я грешу, и вы грешите. И вы бы вспоминали, все, наверное, от моей веры уже одни обломки остались. То там согрешу, то там согрешу. То в мыслях, то в взглядах, то в отношениях, то в слове. Как я уже сам от себя устал. Все, наверное, там и веры уже не осталось. Нет. Не грех веру разрушает, а отвержение доброй совести. Добрая совесть подскажет, где и перед кем каяться надо. Если ты маме нагрубила или нагрубил, что тебе совесть скажет? Пойди прощения попроси и поцелуй мамочку, да? И скажи, мамочка, я буду исправляться, я не прав. И все, вот эта совесть подскажет, не отвергай совесть. А если ты посчитаешь для себя унизительным попросить прощения, у тебя начнется борьба против совести. Вот это уже опасно. Вот это уже путь опасный. Никогда против совести не иди. Никогда. И совесть подскажет, направит. А если отвергнешь добрую совесть, кораблекрушение ожидает такого человека. Итак, да благословит Господь нас хранить веру, потому что написано, если не тщетно уверовали. Мы спасаемся Евангелием, если удерживаем его, если не тщетно уверовали. Если не удержим Евангелие,
Если вера наша разрушится, мы спасение потеряем. Итак, мы спасаемся Евангелием. Первый раздел закончился. Ну, у меня еще есть 17 минут. Давайте по Писанию мы не успеем поговорить уже, а за Евангелие поговорим. Если мы Евангелием спасаемся, у меня тогда вопрос, а что такое Евангелие? Пожалуйста, кто может ответить на этот вопрос, поднимайте руки. Пожалуйста. Да, но здесь же апостол Павел сразу же и тут и пишет, смотрите, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, вот оно Евангелие. «Христос умер за грехи наши по Писанию». И что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Вот оно Евангелие. «Христос умер». То есть, два раздела здесь. Первый раздел – «Христос умер за грехи наши по Писанию». У нас во всех есть переживания. Переживания о грехах наших. Грехи, которые никто не знает, никто не видит. Грехи – это могут быть мысли, нецеломудренные или в другом направлении корыстолюбивые, серебролюбивые. И нам неприятно или иногда приятно мечтать. Ну, мечтать быть богатым. Или какие-то, ну, картины рисуем себе нецеломудренные. И от этого тяжело на душе. Оно как бы и притягивает, а потом так как-то скверно на душе. И спать ложишься с какой-то тревогой, и просыпаешься с какой-то тревогой. От чего это происходит? Потому что не до конца понял Евангелие. Христос умер за грехи наши. То есть практически проблема греха во Христе Иисусе решена. Да, я не отвергаю существование Бога, а может быть, я член церкви уже в баптистской церкви. Но вот понять, что вот то, что меня гнетет, это грех, это мой грех, во мне он живет. Эта проблема во Христе уже разрешена. Христос умер за грехи наши. Я рискованные мысли говорю сейчас? Да. Рискую я тем, чтобы вы меня неправильно не поняли и думаете, вот проповедую, греши спокойно. И спокойно греши. В этом мой риск, понимаете? А я не хочу сказать, что греши спокойно. Я хочу сказать, что когда увидишь в себе проявление греха, вот я уже говорил, что мы родились с греховной природой, она называется грех, плоть, ветхий человек, и мы это ощущаем в себе. И это все, любой человек. И это ввергает нас в уныние, когда мы не поняли Евангелие. Христос умер за грехи наши. Как жить победной жизнью, чтобы уже духом умерщвлять дела плотские, это второй этап. Это борьба и учиться побеждать в течение всей жизни. Но не унывать от того, что я вижу в себе проявление греха. Нет, это не значит греши, не переживай, как учат кальвинисты, что спасение потерять невозможно. Нет, возможно, мы сегодня с вами уже об этом говорили. Но дьявол часто загоняет в тупик христианина,
который видит в себе проявление греха и уже устал от этого. А избавиться от этого, от дьявольских вот попыток загнать нас в тупик. Живая вера в Евангелие. А в чем суть Евангелия? А эта проблема разрешена уже. Да, это плохо, но она разрешена там, на Голгофе. Христос умер за грехи наши. Вот оно, Евангелие. Ну и воскрес. Воскрес для оправдания нашего. Нет, давайте, или давайте я по воскресенью закончу, а потом задам вопросы. Если у вас остались вопросы после моих высказываний, вы мне их задавайте, чтобы, ну, я лишнего не нарисковал. Чтобы не получилось, что я, ну, не так понят, и потом, ну, чтобы вреда не было. Итак, вторая половина Евангелия, что Христос воскрес для нашего оправдания. Ну, здесь не сказано для оправдания, это я уже с римлянам цитирую. Конец 4 главы римлянам. Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И начало 5. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Как мир имеем? А если я в себе замечаю проявление природы греховной, то в мыслях, то в чувствах, то в желаниях. А если я замечаю, все равно я имею мир с Богом или нет? Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. А если я в себе замечаю проявление греховной природы, все равно могу иметь мир с Богом или нет? Я вопрос задаю вам. Да. Вот смотрите, говорил так, что когда покаялся, возродился, слышно. Он говорит, у меня как будто появилась две личности, там все эти природы. И говорит, побеждает та, которую я больше кормлю. То есть он кормит духовную природу, Писание там читает, лишь Бог он побеждает, если он меньше там читает Писание. Вот, ну, чуть-чуть не по теме. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но чуть-чуть я сейчас хочу вернуться к своему вопросу. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, потому что Христос воскрес для нашего оправдания. Мир с Богом. А если я в себе вижу внутри себя проявления греховные, я все равно имею мир с Богом или нарушается этот мир? Пожалуйста. Угу. То есть разрушиться не может. Это когда мы сами уйдем, тогда да. А если вот, как вы говорите, такие вот моменты, где, ну, грешим, то мир, он не исчезает у нас. Он не может исчезнуть. Хорошо, пожалуйста. Несмотря на то, что мы бачим себе проявление греховное, мы все равно потому что искупление совершил Господь, оно уже совершившийся факт, и оно не изменяется. Если мы верим, то мы имеем мир с Богом. А то, что у нас проявляется, ну, греховная природа, то, ну, это надо и, знаете, побеждать, и умышлять, и там просто возвращаться, да. И путем. Хорошо. Друзья, а всегда так получается у нас или нет? Ну, а можно? Можно, да. Мне кажется, что юридически имеем мир. Потому что то, что дал Бог, но в душе все равно ощущается дискомфорт. То есть мир нарушается. Как бы ощущение покоя теряется. И вот здесь как бы вот это... А как правильно, что было? Пожалуйста. Получается вот так у нас. Мы должны твердо верить через веру. Получается, Бог нам дает правильность. Вот эту правильность. Мы должны верить, что Бог дает нам правильность в подарок. Что мы через кровь Иисуса Христа закрывает все наши вот эти грехи. И мы должны верить, что мы уже перед Богом праведны. А наша, Иисус сказал все грехи на кресте. И мы перед Богом.
стоит правильно. Хорошо, пожалуйста. Все понятно. Духом умешься дела плотские, каяться. Я хочу еще ту, что мысль, которую я держу. Смотрите, когда человек замечает проявление в себе греховной природы, то задали вопрос, имеет ли он мир с Богом, имеет значение, как он к этому относится. Если он заметил, я свет, заметил, что я вот плохо я там сказал, и отношусь плохо к этому человеку. Если там ладно, ничего страшного, все нормально, то значит это теряется мир с Богом. Если я стараюсь исправить это, поправить, и думаю, это не то, это не хорошо, надо Сейчас, секундочку, я чуть прокомментирую. Знаете, друзья, в практической жизни это бывает так. Пришла мне мысль, ну какая, серебролюбивая. Я мечтаю стать богатым. Нет, ну не так, как Порошенко, ну более-менее так, чтобы... Ну, хочу быть богатым. Я мечтаю, я воображаю, как та бабушка у разбитого корыта. Помните, да, сказку детскую? И мне приятно это. Где-то я ощущаю, что это плохо, это неправильно. Не об этом я должен думать. Но потом я на полслове себя останавливаю. Ой, Господи, прости, но оно мне нравилось. И я это знаю, что оно мне нравилось. Вот как к этому относиться, брат говорил, да? Вот как я отношусь? А вот так я относился, что лежал после вечерней молитвы постели, 20 минут мечтал. А теперь я помнился, да что ж я делаю? Ну, Господи, прости меня. Ну, а завтра у меня уже другая какая-то мысль, может быть, даже не целомудренная. И тоже она мне влечет. Я пытаюсь избавиться, потом опомнился, как я опять увлекся, оно мне нравится. Ну, реально-то так происходит. Реально так происходит. И потом такое разбитое состояние, уже не рад ни деньгам этим, о которых я мечтал, их и не было, просто я мечтал. Ничему не рад. И так скверно на душе. И уже и белый свет меня не радует. Унылость такая. Как это преодолевать? Да, это не мое, оно мое. А я же увлекался этим. А меня оно влекло, и я наслаждался этими мыслями, хотя бы мечтами. А потом плачу, а потом мне плохо, потом тоскливо. Вот как от этого избавиться? Какие есть рычаги, чтобы... Ну, на душе опять торжественно было, радостно, пожалуйста. Один брат проповедник говорил, мы не можем запретить летать птицам над нашей головой, но мы можем не дать им слить листок. А я вот дал 20 минут вила, а теперь хоть сажай на вила. Тогда что делать? Это же я наслаждался этим, понимаешь? Братья и сестры, вот моя какая мысль. Преодолевать это верой. В какой верой? Что Христос умер за грехи наши. Что Христос умер за грехи наши. И воскрес для оправдания. Как это практически происходит? Праведность. Друзья, последняя, наверное, мысль сегодня, я же обещал вовремя закончить. Праведность, на основании которой я имею мир с Богом, праведность, которая даст мне право войти в чистое небо, это одна и та же праведность. Праведность, которая дает мне право иметь мир с Богом, и которая дает мне право войти в небо, о котором сказано, туда ничто нечисто не войдет, это не моя праведность, это подарок Иисуса Христа. И этот подарок я принимаю верой. Оправдавшись верой. Ну, как это происходит в практической жизни? Вот смотрите, вот так смотрится,
Бог, Отец Небесный, вот так видит праведность Христову. А вот так смотрится моя греховность. Есть разница? А потом я укрылся во Христе Иисусе, и смотрится вот так. А где я? Во Христе. Обратите внимание, праведность не так вот Господь подарил мне, и пользуйся. Нет. Когда я соединен со Христом, Христос в нас, верою вселится Христу в сердца наши, и вселяясь Он несет в мою душу, с собой несет свою праведность. Если я с Христом разлучился, я вышел из-под Его покрова, из-под крова Его праведности. И тогда вот так, как я показал листочек, пред Богом мне нужно предстать. Это я не говорю за вечный суд, это я говорю за сегодняшний момент. Это я говорю за свою молитву вечернюю и вообще мое настроение. Но когда я сокрылся во Христе, я уже имею мир с Богом на основании праведности Христовой. И поэтому у меня бывают проявления греха. Да, я борюсь против этого, но не всегда же я побеждаю. Но преодолеваю вот эту растерянность или состояние, когда мне некомфортно, я преодолеваю верой. Какой верой? Что я укрыт в праведности Христовой. Это благодаря воскресению Христа. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания. Вот это Евангелие. И я вам скажу, люди вокруг нас, они нуждаются в Евангелии. Знаете почему? Они мучаются в душе своей от грехов своих. И если вдруг до их сознания дойдет Евангелие, что есть выход с этого замкнутого круга, Христос умер за грехи наши, он подтянется к Евангелию. Евангелие радостное, Евангелие приятное. Поэтому Павел говорит, я благовествовал, и сейчас вам напоминаю, мы Евангелием спасаемся. Пусть Господь благословит и нас жить Евангелием, утверждаться в Евангелии, удержать Евангелие, чтобы никогда мрачных лиц на нас не было. От чего? От того, что на душе тяжело. А почему тяжело на душе? А потому что взор свой перевел на свою праведность. Вот и тяжело. А Павел говорит, Евангелие надо удержать. И мы им спасаемся. Пусть Господь благословит нас утверждаться Евангелием, да, в Евангелии. А вот как это ходит, за счет чего, когда вот я выхожу из-под праведности Христа? Вы сказали, когда вот мы разлучаемся с праведностью Христа, тогда мы перед Богом предстаем со своей праведностью. Да. Как это в практике? Вот в чем это может... Мы сегодня рассуждали, но, может быть, не акцентировали. Хорошо, что вопрос прозвучал, и я вернусь уже к рассуждениям, которые были. Надо Евангелие удержать, если нечетно уверовали. То есть, если мы отвергаем добрую совесть, наша вера ослабеет, а Евангелие мы приняли верой. И удержать его верой, и если наша вера не возрастает, мы можем выйти из-под покровительства Христа. Это вопрос веры. Верою вселиться Христу в сердца наши – и поэтому нужно никогда не отвергать доброй совести. Нет, нужно научиться победной жизнью жить. Да, учись. Но пока ты будешь учиться, ты много будешь падать. Праведник и себрос упадет и встанет. А человек, который неправильную позицию занял, то есть отвержение доброй совести, вот это не встанет. То есть выйти из-под праведности Христа не идет речь о решении, а идет речь о потере веры. Да. Утверждение да. Доброй совести. Да. Ну и потери веры, да. То есть поэтому нам нужно всегда утверждаться в вере и следить за собой, чтобы не разрушилась она отвержением доброй совести. А как веру утверждать, мы уже говорили. Это и Слово Божье, это и хорошо служившие приготовляют себе великое дерзновение в вере и...
Ну, еще две мысли были. Испытания и дела веры, да. Вот это все нужно нам для того, чтобы вера наша укреплялась, чтобы нам Евангелие удержать. Еще есть дополнения или вопросы? Пожалуйста. Еще, например, ребенок согрешает в доме, там балуется, вот он, и не слушается. Он же не перестает быть ребенком, сыном, матери, отца. Ребенок не перестает ребенком, и когда становится преступником. Он не перестает быть ребенком. А у Бога не так. Если человек отвергает добрую совесть, перестает быть детем Божьим. Понимаете, да? Если вера разрушится, если Евангелие не удержал, то перестает быть детем Божьим. И Писание нас предупреждает, что таковые уподобляются свинье, которая идет, вымыта свинья, идет валяться в грязи, и псу. Ну, то есть опасность это существует. Еще есть дополнение или... Да. Мы неверны, он пребывает верен. Ну да, сегодня напоминали. Но если мы отречемся, и он отречется от... Да, да. То есть вот эту мысль, как раз я говорил, что не подумайте, что каждый грех разрушает веру. Нет. Неправильное отношение ко греху разрушает веру. Почему я хотел подчеркнуть эту мысль? Потому что нередко люди, видя в себе проявление природы греховной, начинают унывать. Не надо унывать. Нужно просто утверждаться в позиции правильной, учиться побеждать – это школа. Мы до конца жизни будем учиться духом умерщвлять дела плотские. А пока будем учиться, знаете, сколько ошибок наделаем? Но это не значит, что теперь нам потерять веру, потерять мир с Богом и ходить хмурыми и мрачными. Нет. Христос умер за грехи наши и воскрес по Писанию. Слава за это Богу. Аминь.